Всем привет! У нас сегодня в обзоре пищевой термос от фирмы Stanley, модель под названием Foodjar, который имеется в двух версиях. Первая – это пищевой термос с ручкой объемом 709 мл для удобной транспортировки и переноски данного термоса, а также имеется еще термос объемом 532 мл, который идет в комплекте со специальной ложкой-вилкой. Ну а теперь немножечко подробнее. Модель Foodjar – это пищевые термоса от фирмы Stanley, которые благодаря своим двойным стенкам способны выдержать вашу пищу горячей на протяжении 12 часов, а этот термос на протяжении 15 часов. Отличаются эти термоса не сильно-то и многим. Во-первых, они оба сделаны из высококачественной нержавеющей стали, но в этой модели идет в комплекте специальная вилка-ложка для удобного использования данного пищевого термоса. Сейчас я вам покажу. Выполнена из высококачественного пластика. Плюс ко всему, в данной модели имеется еще и тарелочка, а также здесь вот такая вот пробка с резиновым ободком для большей герметизации. Плюс ко всему, здесь еще имеется и специальная дополнительная возможность для хранения соуса, соли или каких-то приправ. Во всяком случае, по вашему вкусу. Это мы закрываем. Закрываем саму пробку и закрываем саму крышку. В этом термосе у нас имеется удобная ручка для транспортировки и переноски, а также использования данного термоса. Собственно говоря, сама тарелочка и пробка с резиновым ободком. Вот так вот выглядит этот термос изнутри. Теперь очень важная информация. Ни в коем случае не мойте данные термоса в посудомоечной машине. Это может нарушить их вакуумные свойства, и термос потеряет свою силу. И не забывайте, что огромный выбор крутых пищевых термосов имеется на сайте mandrivnik.com.ua.